наверное, в общем-то, все меняется в этой жизни, и здравоохранение тоже. И, конечно же, если в школе мы коснулись там этих реформ в здравоохранении, ну, значит, они должны быть, естественно. Тут никуда от этого не деться. Я, честно сказать, не сталкивался с бесплатной медициной, то есть, как бы, предпочитаю, в общем-то, просто не болеть и, как бы, заранее об этом думать. Ну, то есть, в общем-то, если не заболеть, то, если не хочешь заболеть, то просто теплее оденься, как бы, и не будешь болеть. Вот. Ну, наверное, очень, очень много шумихи по этому поводу, очень многих не устраивает наша бесплатная медицина. И, опять же, все эти центры, да, там, на Каширке онкологические и так далее, там, ну, разные всевозможные большие больницы, ну, понятное дело, занимаются выжиманием денег. Ну, то есть это не секрет, ни для кого об этом все знают, и, конечно же, здесь надо наводить порядок, это обязательно.